ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит! Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Сера. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую синьориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят синьориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Эй, куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Гнездо, это Кондор-1. Я нашел Орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Thank you.
Это мое. Незнакомец, иди сюда. Кто это? Ну что, давай поторгуем, да? Привет. Я обновил ассортимент. Как хочешь, чужак. Чувствуешь боль? Не открыть. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями.
вновь приняла дар. Дар в моей крови. И ты тоже, а? Будь поосторожнее.